29,1. Меньшинство тракторов все-таки получше. Локомотив большинство остается после выбрасывания в зоне атаки. Полунин, Красковский. Буше нет, не доходит шаг до Буше. Там Калинин поставил крышку, поэтому передача получилась неточной. Рафиков. Буше. А здесь опять Калинин. Вот он там передачи в районе синей линии перехватывает и заставляет Локомотив тратить время. Полунин приехал снова в зону атаки. Передача на синюю. Красковский дальше на Буше. Шайба отошла. Но здесь Локомотив. Бросок. Бросок. Вилл отбивает шайбу в угол площадки. Кулик и Коршков вступают в борьбу за шайбу. И в итоге Челябинцы шайбу уволят из своей зоны. И есть возможность у них поменяться. Рафиков. Около минуты еще Локомотиву предстоит играть в большинстве. Каюмов, Алексеев обратно Каюмову, налево вошли ярославцы в зону, Алексеев. Такая серия коротких пасов получилась у ярославцев в средней зоне, и все это на скорости. Марченко, Алексеев, Анисимов там перед воротами, вот сейчас он чуть в сторону отъехал, получил передачу, вернул обратно Алексеев, Алексеев снова на синюю Марченко, и бросок, бросок Шалунова. Прилетела шайба, Билта крышка сломалась, он тут же рванул в сторону скамейки собственной. Да, находился защитник Челябинцев как раз на линии броска, и в итоге Билту удалось тут бросок сблокировать ценой поломки собственной крышки. Шелнов налево, Анисимов. Ну, в общем, делайте быстро. Передача на правый фланг, Алексеев. Так, последние секунды. А, классно тут можно быть. Шайба где? Гол 2-0, блядь. 2-0, Локомотив. Я подозреваю, все-таки в большинстве. Забивает, но там прямо... 2-0, забласывал к шайбу. Так или иначе, Артур Каюмов... Гол чистый, по-моему. Ну, он прыгает шайбу в сегодняшнем матче, и сейчас она прыгала перед Романом. А, трактор. Опять надо будет камбэк делать, как с Динамо пытаться. Возможность, и затем свалилась она ему за спину, и там проворнее всех как раз оказался... Тут не помешал, но... Да. Ну, это затолкал. Он сунул. Я шайбу отскочил, этот забил уже по пустым. А вот интересно, там Ярулин, вот что он просто имеет в виду? Он это показывает арбитра. 2-0, хорошая шайба. Что он выбил из ловушки Вилла? Ну, давай послушаем. Внимание! Ну и чё? Помеху вот Алю взял все-таки, да. Ну, на мой взгляд, там все нормально было. Давай посмотрим еще раз на повторе.